Чувашию поступили 15 новых школьных автобусов. Учеников будут возить на машинах марки ПАЗ. Их покупка обошлась бюджету республики в 33,7 миллионов рублей. Новые школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками и тахографами. Транспорт передан на замену старых автобусов и на новые маршруты. Всего в республике 372 школьных автобуса. 28 из них предназначены для доставки детей на спортивные и массовые мероприятия. Остальные автобусы подвозят к школам более 13 тысяч детей из 1379 населенных пунктов.